Уважаемые друзья, как руководитель парка «Изумрудный», я хотел бы пожелать в первую очередь процветания и нашему родному краю, и каждой семье нашего региона. Ну и, конечно же, хочу пожелать, чтобы в следующем году было еще больше благоустроенных, комфортных, красивых общественных пространств и зеленых зон. Желаю в следующем году посетить отреставрированный дом Шадриных, пройтись по серебро-плавильному заводу, полюбоваться обновленной Демидовской площадью и не потерять ни одного памятника истории. Хочется искренне, от всей души, от всего сердца, от лица волонтерских движений Алтайского края поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать как можно больше добрых дел. Крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого наилучшего. Желаю вам в наступающем году финансового благополучия, чтобы дом был наполнен полной чашей. Коллегам-предпринимателям я хочу пожелать успехов в делах, завершения начатых проектов и освоения новых высот. И мирного нам всем неба над головой. Хороших информационных поводов в новом 23-м году. Пусть будет больше добра. С Новым годом!